Итак, зимний кубок. На старт. Внимание. Марш! Аккуратно, не касаясь столов, заехать. Не касаясь столов. Взять. Аккуратно. Развернуть на кубок. Не касаясь столов. Поставить. Вытащится змейка. Есть! Так, последний этап преодолен. Осталось финишировать. Встречаем спортсмена на финише. Итак, внимание. Финиш! Готовы? Да. Задача понятна? Да. Даю слово Александру Владимировичу, главному судье. Итак, последний раз на пуск. Вы должны подъехать на столу, взять свои тыквены, обогнуть стол и начать спуск. Как только вы спуститесь, вы должны обогнуть стойки, поставить. Кто первый ставит свой выстрел, тот и выигрывает. Все понятно? Thank you.
is not a drill. Repeat, this is not a drill. Закончился первый в России, первый в мире зимний кубок вызова по кибоатлетике на электрических колясках. К сожалению, погода не совсем нам дала зиму, уже такая конкретная весна. Но это были водные преграды, это были снежные, ледовые преграды, которые вы прекрасно преодолели на ваших замечательных колясках, которые показали свою проходимость, а вы нам показали свое искусство. Была трудная борьба, три этапа. Первый этап комнатный и два уличных этапа. Объявляем результаты этапов. Первый этап.
комнатный выиграл Юрий Лавин, Новосибирск. Второй этап уличной лестницы выиграл Юрий Лавин. Третий этап снежно-ледовая трасса выиграл Глеб Следов. Со счетом 2-1 обладателем кубка становится Юрий Лавин, Новосибирск. Участнику кубка вызова. Огонь!